Вот все это на фоне начавшей работу очередной сессии Генассамблеи ООН. Кстати, уже в ближайшие дни сессию посетит и украинская делегация во главе с Петром Порошенко. Для Украины важно, чтобы в ООН наконец решился вопрос о миротворческой миссии для Донбасса. Причем в формате, который предложен Киевом еще в 2015 году. Хотя формального документа с четко зафиксированными украинскими условиями работы такой миссии пока и не существует. Проект еще разрабатывается и согласовывается с представителями государств-друзей Украины. Основные принципы уже озвучены. Как минимум, миротворцы должны работать на всей оккупированной территории Донбасса и на государственной границе Украины и России, а не только на линии соприкосновения, как предлагают в Кремле. Эти принципиальные моменты подтверждают и в Соединенных Штатах. Любые миротворческие силы должны иметь широкий мандат – обеспечивать мир и безопасность на всей оккупированной территории Украины, до самой границы, включая саму границу с Россией, чтобы избежать раздела Украины.